Хочешь получить один из этих подарков на Новый год? Тогда ты сейчас должен обязательно успеть за 3 секунды поставить лайк и подписаться на канал. Раз. Давайте быстрее, быстрее, братишки и сестренки. Два. Еще скорее ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Три. Красавчики, кто успел. Так, достраивайте тот угол. Да. Вот этот угол, конечно, надо достроить. Естественно. Так, а ты что вылупился? Что вылупился, говорю? Ой. Сейчас я тебе покажу. Иди сюда, я тебе... Так, ребята, еще будешь всем на меня привет. Смотреть? С вами я, Коля, и что-то кажется, бабка в деревне опять шумит. Пойдемте с ней поговорим. Так. Ой. Тебе что? А тебе что надо? Ты что на меня смотришь, такое? Я сказала? Быстро пошел. Эй, вон. Бабка! Эй! Так, бабка. А это кто меня еще там зовет? Эй, бабка, ты! Че ты что это такое? Это что? Тебе тоже огреть? Что за пейзажи вокруг нашей деревни, я не понял. Вообще-то это не пейзажи, вообще-то это большая одна клетка. Зачем? Да, мальчики? Ну. Вот молодцы, ты что, еще бандиту сюда привела? Бабка, зачем бандиту сюда? За вами, потому что нужен глаз да глаз. В смысле? Что ты хочешь сделать? Мы я живем тихо, спокойно, никого не трогаем. Я хочу вас взять в рабство. Зачем? Ты что, бандит? А в рабство? А что, незаметно? Конечно, бабка бандит. Бабка стала бандитом, ребята. Иди сюда, я тебе не сказала. Бей его. Не надо на меня смотреть своими глазенками. Бабка, а что ты хочешь от нас? Я тебе могу дать. Хочешь? Я тебе сейчас как дам кирпичом по голове. Ты чё, я не поняла? Ты так. Будешь еще разговаривать мне тут, буду, да? Буду, сейчас. Рот свой закрой. Сейчас я тебе камень кину. Сейчас. Так, ты где? Что бы тебе на. Бы? Сейчас а. Я тебя сейчас кину, понятно? Через забор. На. Ты что такой смешной? Так. Чё ты идешь сюда? Чё? Иди туда вон. Сейчас я своих бандитов-то натравлю, ты быстро мне без головы останешься. Так, все, успокойся. Ну, давай, рассказывай, что ты хочешь? Короче. Не просто так, что это все сделал. Я тут знаю, так сказать, вычитала кое-где, кое-по каким картам-то, по своим, по компасным. Чего? Под вашей деревней находятся залежи полезных ископаемых. Так. Залежи. И что ты думаешь? Я что, сама это буду, что ли, выкапывать? А, ты сейчас хочешь просто на шахту? Сейчас вы возьмете кирочки и пойдете вы у меня в шахту копаться. Так. Пока вы мне не накопаете 10 тысяч стаков всех полезных ископаемых, из деревни вы никогда не выйдете. Ужас, бабка. Никогда. Ну, я ловлю понемножку. А если вы попытаетесь сбежать, мои мальчики быстро вас приутихомирят. Так, бабка, вот. Ну давай раскидывай кирки, факела, там, давай туда-сюда. Хорошо. Мы с ребятами, дружная команда, мы с ребятами сможем, правильно, да, ребята? Да, будете лет 10 копать. Да. Не, житель, я же правильно говорю, мы же сможем. Сможем. Будете копать 9 лет 364 дня. Так, бабка, ты не рассказывай, мы быстренько все 9 сделаем. 9 лет, я сказала, так, 364 дня. Вот так вот, дня. Ребят, бабушка, вот таких вот комплектов 28 штучек. Забирай, все. Факела и кирки, больше так, вам жители. Ничего не дам. Все. Факелов больше жителям. Хватит, я сказала. Так, держи тебе, Васильич, так, Петрович, тебе держи. Сейчас мы быстренько, ребята, это все докопаем. Побыстрее, давайте, начинайте, я проконтролирую вашу работу, бабка. Так сказать. А знаешь что? А почему ты своих вот этих вот, как ты сказала, мальчиков не можешь к работе, так сказать, это... Да нет, они мне для другой работенки нужны. Ну все, бабка, дай лопату еще, бабка, лопату. Может тебе лопатой дать? Нет, лопату а? Мне просто, лопату. Может тебе лопаты, вот одну штуку всего, одну тебе дам и все. Хорошо, все. Ну все, жители, все за мной, сейчас бабушку так, мы выкопаем. Проверим, давай. Так, всё, мальчики, всё. Смотрите за ним в оба глаза, этот проныра да, может пронырнуть, ребята. Понимаете? За ним нужен только глаз да глаз. Так, да. А будете питаться хлебом, понятно? Бабушка, хлеб моя любимая еда. Вот если бы ты мне сказала вот мясо, я бы сказал фу, а хлеб обожаю. Отличненько, так сказать. Так, ребята, будете питаться хлебом и водой. Ребята, я сначала подумал, что это будет очень интересно, но потом понял, 10 тысяч стаков, да 10 так, стаков. Мальчики, не смотрим оба глаза. Посмотрите, они вон уже в дома побежали, работать ребята, они не хотят. Ребята, 10 тысяч стаков, это очень много. Я помог бы бабке, но это слишком много. Вот смотрите, я пока с вами разговаривал, нашел только, знаете сколько? Я пока что нашел всего 4, ребята, всего блока полезных ископаемых, а стак это 64. То есть вы понимаете, да, вы понимаете, что это очень-очень много. Поэтому я, кажется, понял, что самое важное... Ты там разговоры не разговаривай, работай получше. Вон твои сородичи уже начали копать.
А я уже тоже первые, кучу уже все выкопал. Первые, так сказать, алмазики мне достали. А ты сказал любых этих, я тебе железо достаю. Самое главное — это железо и алмазы. Ну все, видишь, копаем, копаем. Так вот, ребята, я думаю, что бабке нужно просто отомстить. Я знаю, что у нее есть дома куча всякого разного динамита, да? Но также я, естественно, понимаю, что у нее тут куча охраны, поэтому мы сейчас сделаем подкоп и аккуратненько, просто аккуратненько придем. Эй! Вазген, Вазген, ну-ка спустись-ка к нему в шахту, посмотри, как он там работает. Так, ребята. А, Вазген, ты спустишься? Ну, бабка, сейчас спущусь. Бабка, хороший. Я тут так глубоко, так что ты аккуратнее смотри, что твой Вазген не провалился. Ты сейчас бы разговоры-то не разговаривай. А то еще ноги, руки поломает, ой, беда. Ничего будет. Не поломает, у меня все, мальчики ребят, крепкие, так сказать. Кажется, нам надо выкапываться на поверхность аккуратненько. Он спускается. Хорошо, хорошо, я его жду-жду. Он пошел за тобой. Ну, хорошо, хорошо. Проверим сейчас. Сейчас там и проверим. Так. Ребята. Где это он как-то... тут в шахте-то? Так. Бабка, я иду за ним по факелам. Хорошо, хорошо, давай. Так, где он? Я его не вижу, бабка. Так я далеко уже ушел, конечно. В смысле? В смысле ты далеко ушел? Так. Если он тебя сейчас не найдет... Ну, у меня уже стак алмазов, бабка. Так, если он тебя сейчас не найдет, ох, тебе не забывать. Да вот он, я его вижу. Вазген, ты меня видишь? Нет. Да вон, я вон, ты только что... Я тебя не вижу, я вот по твоему факелу пришел, и тут... Да я же... Да потому что я справа от тебя был. Покажись мне. Бабка, он, кажется, сбежал. Да куда сбежал? Сбежал? А ну-ка, я сейчас спущусь сама, значит. Так я тебя не вижу. Да подожди, бабка, ты дальше-то иди. Дальше иди, бабка, дальше. Да какая бабка, я вообще-то не спускаюсь. А бабка, а что ты не спускаешься? Это Вазген твой слепой, я его вон вижу, а он меня не видит. Пускай он очки-то свои снимет, они все в очках. Не, вот. Бабка, его нет, он сбежал. Ребята, в смысле быстрее. Сбежал? Бабка, как я с тобой разговариваю, если я сбежал? Он сбежал. Я что-то не поняла. Так. Бабушка сейчас не поняла, если честно. Бабка, видите, я Вазген обманывает, он против меня просто затеял что-то. Так, я его вижу. Спускайся сама где и посмотри. Где ты его видишь? Где? В шахте. В шахте. Что? Бабушка сама сейчас спустится. Бабушка сама сейчас проверит, так сказать. Где этот маленький гаденыш, так сказать, так. работает? И посмотрим, какие он алмазики там не добыл. Каких хорошие, порядков бабушка. Их добыл. Так, хорошие. Бабушка сейчас спускается. Ох, бабушке, конечно, не... Все, не ребята. Угодно, так сказать, лезти, так. но придется. Проверить так. этого надо. Хулигана-то, конечно же, так, надо, ребята, потому что он такой проныра. Смотрите. Так, где у него тут шахта-то? Вот сейчас. Это, я считаю, отомстили мы конкретно. А теперь надо быстрее в шахту так, вернуться. Так, где эта быстрее, шахта-то? О, быстрее, вот ребята. Спускаемся. Бабка, вот там потом направо и налево. На какое право я иду тут по твоим вообще-то факелам? Какое право? Так у меня тут там никакого права везде. Нету. Там просто шахту одну засыпало. Я не поняла. Это что такое? Это что за выход? Куда выход? Это что за выход? Это... Какой выход? Это что такое? Это что такое, я тебе спрашиваю? Ой, бабушка, бабушка, это я просто телефон такое? За телефоном ходил, бабушка. Ты решил сбежать? Ну-ка, быстро. Нет, бабушка, пошел в шахту, пошел, я пошел. Сказала. Быстро, все, пошел, Рой. Пошел. Ты, значит, решил меня... Нет, ах, пошел. Ах, ты маленький ты гаденыш. Ах, ты маленький ты чертеныш. Бабушка, ну, все, бабушка. Я тебе сейчас знаю, что я знаю, что слышал. Ах, ты у меня сейчас, бабушка, я тебя угрею, все, да? Я пошел копать, пошел копать. Быстро пошел работать, я сказала. Короче, хорошо. Мальчики, смотрите за ним втроем, понятно? Бабушка, а у тебя какой-то грохот дома. Какой еще грохот? Я не знаю. Так, где? Короче, так, мальчики, вы, короче, смотрите за ним по трое. Хорошо, бабушка, хорошо. А я пойду быстренько домой слетаю, посмотрю, что там у меня какой-то грохот. Может, это у меня там зелье наконец-то сварилось. Вот, а вы за ним, пожалуйста, пронаблюдайте. Бабушка, а ты какие зелья варила? Ребят, а то этот проныра, знаете, быстренько мне сбежит. Он уже пытался сбежать. Я его, слава богу, я его заметила за воротами, сразу поймала. Так я сказать. Вообще-то никогда не пытался, я своих жителей никогда не брошу. Слышь, рот закрой, я сама видела все. Ты видела не то, что ты видела. Что там такое, бабушка? Что такое? Тебе помочь? Это что такое? Ах ты, маленький ты хулиган. Так, все, ребята, смотрите. Вот за это я тебе деревню-то сейчас сожгу. Ты бабушка! Ты сказал, так сказать, мой дом разрушил. А я твой сказать, дом не рушил. А я, деревеньку-то вашу земли-то сотру. Жители, забирайте придется все ценное скорее. Придется-то вашу земельку, так сказать, забрать себе, сравнять ее с землей.
и будешь бабка, здесь ты заниматься подумай. Другими делами. Ты подумай, нужно ли оно тебе или не нужно. Я тебя сейчас устрою. Вот я тебя сейчас, если только найду. А ты меня не найдешь? Я тебе голову-то поотрываю. Ох, поотрываю. Так, мальчики, где он? Бабка, мы его вообще не видели. Куда бабка, этот проныра распрятался? Бабка, ох, у тебя такие найду. Ужасные эти люди с тобой работают, ужасные. Так, сейчас я его найду. Ох, я его найду. Ох, ему ой. Не с добром это будет. Ай-яй-яй, упал. Куда это он там упал? Так, мальчики, искайте его быстрее, искайте быстрее. Куда это он там свалился, так сказать? Упал. Так, упал. Почему ты спаси вот меня, бабка. Где тебя спасти? Я тебя сейчас спасу и закопаю там же, где упал. Понятно? Ой, бабка, спаси меня. Так, ладно, хочешь, я тебя спасу? Полетела я домой за зельем. Ой-ой-ой. Зелье телепортации так применю сразу, ребята, быстренько я тебя мне спасу. Кажется, надо ох, я тебя спасу. Так, мальчики, короче, я пошла домой. Вы следите за жителями, чтобы работали. А я займусь этим маленьким хулиганом. Так сказать, сварю новое зелье, так, телепортирую его, и будет он у меня работать уже только не за хлеб, а за воду. О, всё, вода мальчики, моя любимая! Все, мальчики, давайте, до встречи, сейчас я скоро буду. Так, ребята, бабка ушла вроде как, но хотя бы мысли о том, чтобы взорвать нашу деревню, у нее пропали, поэтому я сейчас быстро буду выкапываться и как-то пытаться их увести за собой от деревни подальше. Ну а в это время, естественно, мои умные жители что-нибудь придумают. Все, ребята, я копаюсь дальше, а вы сейчас обязательно нажимайте на видео, которое видите на своих экранах, и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!